надо делать либо шаг вперед, либо сразу два шага вперед, либо два шага вперед и сразу шаг назад. Сколькими способами танцор может за несколько таких пар сдвинуться на 7 шагов от исходного рубежа? На всякий случай, есть такая знаменитая штука, числа Фибоначчи. N-ное число Фибоначчи – это количество способов сдвинуться из крайнего левого в крайне правое положение на полоске из N-клеток. И там сдвигаться каждый раз можно либо на единицу, либо на двух. А здесь, смотрите, какая штука. Вы сдвигаетесь либо на один шаг, либо за одно движение на два шага, либо у вас движение вот такое. Ну, так это... И при этом происходит все дело напрямую. То есть вы выходите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот ноль, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вопрос, сколькими способами можно сюда добраться? Да. Ну, как минимум одним. Это... Ответ, но спрашивать не минимум. А давайте мы будем просто потихонечку вычислять. Вот, смотрите, сюда сколькими способами можно попасть? Двумя. Сюда можно попасть, либо сделав шаг, либо два шага и назад. Двумя способами. Так, а сюда сколько способов попасть? Ноль. Почему ноль? Нет, не ноль. Один единственный способ. Надо ничего не делать. Нет, ребята, вот это святая возможность ничего не делать. Это очень важно. Это тоже есть. Это один способ. Просто не надо ничего делать. И будет все хорошо. Так, сюда сколько способов попасть? Два. Нет, почему нет? Можно либо отсюда за два шага, либо отсюда можно попасть так, вот сюда, или сюда-сюда. Ну, получается, у нас либо два раза заходим по одному шагу, либо один раз... Вариант сколько? По два, ну, три. Нет, не три. Два же варианта уже. Как? Еще раз, смотрите. Сюда можно попасть двумя способами. Каждый из этих двух способов дает вам еще возможность, либо просто сделать шаг, либо вот так. И сколько вариантов? В чем? Ну, мы можем два раза по одному использовать, потом один раз по два, потом два раза по два и обратно. Так, давайте я, допустим, вот это вот обозначу А, это Б, это С, да? И напишу, вот сюда можно попасть так. Можно сделать либо движение А, либо движение С. Так? Замечательно. А сюда можно попасть сколькими способами? Б. 2А. А, и... Либо Б. Либо АА. Либо СС. Либо АС. А. Либо СА. Либо СС. Разве нет? И сколько же вариантов? Четыре? Пять. Пять вариантов, очевидно. Очевидно, пять вариантов. Хорошо. Ну, а сюда сколько вариантов? А-а-а. Нет, давайте не будем их все перечислять, а давайте подумаем, как они определяются. Последний ход – это или Б. И если последний ход Б, то вариантов таких сколько? Последний ход на два шага. Таких вариантов очевидно две штуки. Два. Потому что сюда можно попасть двумя способами. Замечательно. Таких вариантов два. А если последний ход А, то таких вариантов пять очевидно. Потому что, вот, чтобы сюда попасть, ходом А, надо отсюда попасть. А сюда попасть пять вариантов. А если последний ход С, тоже два варианта. Тоже пять. А. Тоже пять, потому что С это же что такое? Это мы вышли отсюда, прошли и сюда вернулись. Замечательно. Всего сколько? 12. Так. Господа, видите связь чисел 1, 2, 5, 12 с нашей табличкой?
Там есть такие числа? Угу. Да, дальше будет 29, 70, 70. Дальше будет 29, 70 и так далее. А почему? А потому что у нас с вами была рекуррентная формула. Вспоминайте. Yn плюс 2 – это 2yn плюс 1 плюс yn. Была такая формула? Да. Замечательно. Вот yn соответствует ситуациям, когда последний шаг – это v. Ну, то есть сдвиг на двойку. А здесь у нас соответствует тому, когда последний шаг – это или А, или С. Все? Все, отлично.